сохранить и приумножить. Глава Чувашии встретился с мастерами чувашской вышивки. Вышивка – национальная гордость чувашского народа. О ярких полотнах и нарядах с оригинальным рисунком, зигзагообразной геометрической формы говорили с давних времен по всему миру. Мастерам удалось сохранить самобытность народного промысла до наших дней. Красивые узоры, украшения чувашской одежды, головных уборов, скатерти и салфеток. Ремесленные традиции передаются молодому поколению. В творческой мастерской музея делают красивые стишки ребята из 62-й школы. Чувашская вышивка – единственная в своем роде, не имеет узлов и с обеих сторон выглядит одинаково. И когда вот на праздничных мероприятиях, на разных торжественных мероприятиях одевается вот на самом деле наши костюмы, и это вообще по-другому смотрит. Это во-первых. Во-вторых, сейчас мероприятия публичного характера, которые проходят в Москве, наши отдельные представители одевают, соответственно, женщины женские костюмы, мужики, юноши мужские костюмы. И камеры, журналисты федерального уровня сразу цепляют. Огромные слова благодарности вам за то, что через проекты вот, как раз вышли на современный уровень и на спрос на рынке. Наши мастерицы могут говорить об особенностях национальной вышивки часами. Сегодня мастер народных художественных промыслов, известная вышивальщица Евгения Жачева, предложила главе Чувашии учредить день вышивки в республике. Михаил Игнатьев идею поддержал, отметив, что необходимо выбрать дату. Татьяна Трофимова, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов, Республика.